наши музыканты. Михаил Штанько, музыкант камерного оркестра «Виртуозы Москвы», и Габой, и Мария Орлова, лауреат международного конкурса «Фортепиано», исполнили для нас музыку Эннио Морриконе, «Габриэльс Обои». Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, отец Владимир, дорогие отцы. Я очень рад вас приветствовать сегодня вечером у нас в культурном центре «Покровские ворота», потому что вообще вы замечательная община, и я очень рад, что вот этот вечер приурочен выхода книги и также вашей 30-летии служения. Когда я видел это название, я сразу подумал об этом лете, о моих духовных упражнениях, которые были, когда одно из первых слов было «stop and think». Давайте остановимся немножко и задумываемся. Вот. Часто мы действительно живем в буре просто деятельности и так далее, и мы пропускаем самое главное. То, что я только успел прочитать первые страницы вашей книги, но мне сказали, что только сначала нужно начинать, мне доложили уже, что просто... Вот поэтому я так и сделал, и я даже начал с предусловия. И для меня очень важна была вот эта идея, и она очень важна для моей жизни на самом деле, что христианство – это что-то, которое можно открыть сегодня, в настоящее время, в обстоятельствах нашей жизни, именно так, как было 2000 лет тому назад. Формы, может быть, менялись, но это то же самое присутствие, которое было тогда, которое сегодня до нас достигает. И для меня это самое главное. Христианство не может быть ничего другое. И я вижу, что это именно вот то, что и в сердце вашей книги, и о том, что мы слишком часто превращаем нашу веру в какие-то формы, в какую-то... Ну, нам всегда легче, да, мы хотим какие-то формы, нам спокойнее, когда есть формы. Но мы тогда утрачиваем именно вот первобытность этой встречи с Господом, так живая, которая была в нашей жизни, которая нас охватила таким образом и поменяла нашу жизнь. Поэтому я уверен, что именно это сердцевина вашей книги, и я очень рад, что сегодня в нашем центре будет идти разговор именно об этом, который мне дорого и который вам также дорого. Поэтому очень рад вас здесь видеть сегодня. И сейчас я передаю тогда микрофон Наташе Большаковой, которая составитель этой книги, которая будет дальше вести наш вечер. Спасибо. Спасибо, Жан-Франсуа. Всегда гостеприимный дом такой, в котором очень уютно нам всем. Ну, дорогие друзья, дорогие отцы, отец Владимир сегодня говорил что-то такое про слово «презентацию», но я хочу немножко реабилитировать это слово, в общем, английское, но два из его значений – и глагол «to present» – это ведь дарить, и подарок, и представлять. Поэтому, мне кажется, они очень хорошо соединяются, что мы представляем книгу, которая есть подарок. И, ну, в общем, тут можно размышлять. Поэтому открываем нашу такую встречу, для нас радостную очень, и просим автора предисловия к этой книге, отца Антония Лакерева, священника храма Тихвинской иконы Божьей Матери в городе Троицке. К этому микрофону. Да? Хорошо. Меня позвали, потому что я умею писать короткие предисловия. Да, вот. Во-первых, знаете, я, когда ехал сюда, вспомнил одну историю, которая приключилась уже довольно давно, много лет назад, когда отец Георгий Чистяков покойный выпустил какую-то из своих книг о Евангелии. Честно сказать, не могу даже вспомнить, какую. И вот после всеночной я встретил его в троллейбусе. Разлетелся, говоря, как замечательно, как прекрасно, как спасибо, как это важно. И по его реакции я понял, что я был едва ли не единственным, кто ему об этом сказал. И для себя решил, что впредь надо стараться какие-то вещи проговаривать вслух. Поэтому я очень хочу сейчас отца Владимира поздравить, поблагодарить, сказать, что вы
Отче, в моей жизни очень важный человек во многом, хотя мы очень редко пересекаемся, я, по-моему, даже в Успении ни разу в жизни на службе не был. А, ну, это жизнь. Вот. Часто, когда по каким-то вопросам, в том числе служения, задумываешься, ставишь себе вопрос, а как надо? Я чаще всего нахожу ответ, ну, вот как Лапшин. Ну, вот как Лапшин. Это действительно очень важный пример какой-то. Да я не знаю, даже не пример, а просто сам факт существования отца Владимира вот в этом пространстве меня очень вдохновляет. Я вам очень благодарен вообще за все. Это первое. Второе касается книжки. И это тоже одна из вещей, которым... В общем, наверное, меня научил пример отца Владимира. Это то, что имеет смысл говорить главным образом об Иисусе из Назарета. Все остальное гораздо менее интересно и гораздо менее осмысленно. Если вы посмотрите, в первую очередь, на оглавление этой книги, на то, и потом вчитаетесь в то, о чем отец Владимир говорит в проповеди, это чрезвычайно поучительная вещь, как на фоне такого взгляда, направленного на Господа Иисуса, все остальное меркнет, блекнет и теряет смысл. Мне кажется, это тоже такой момент, о котором стоит думать каждому из нас, в том числе и тем, кто решается говорить проповеди. Да, и последнее, что мне пришло в голову, еще когда я пытался это предисловие написать, потому что мне все время было интереснее читать отца Владимира, чем пытаться что-то такое сказать. Понимаете, Евангелие вообще ведь довольно загадочная книга. Поначалу с первого раза кажется, что ты все понял, потом на второй раз кажется, что ты ничего не понял. Потом дальше с третьего примерно по пятый ты думаешь, что уже что-то становится понятно, а в конце концов оказываешься в состоянии, когда опять ничего не понятно. Да, и казалось бы, слова, которые ты уже не только наизусть знаешь, уже 10 толкований тоже все знаешь наизусть, и вдруг оказывается, что о чем он говорит? Понимаете? И поэтому опыт людей, которые пытаются услышать это слово, думать о нем, я имею в виду не только отца Владимира лично, но и общину, к которой он обращает эти слова, понимаете, этот опыт бесценен. Без него все наши, ну, каждого из нас попытки в свою малую меру что-то понять, Евангелие оказываются ущербными. И я очень рад, что такая книжка существует. Я обзавелся некоторыми экземплярами, уже распланировал, каким попам я их подарю в ближайшее время, там, до Рождества. Да, потому что это действительно замечательная, очень поучительная вещь. Еще раз, отче, огромное вам спасибо. У нас был еще в программе, так сказать, отец Александр Борисов, которого вот куда-то срочно не получилось. Вот. Вчера еще мы с ним обсуждали, а вот поэтому придется вам сейчас послушать меня. По поводу вот этих двух отцов, я маленький такой расскажу. Такой быль. Значит, мне казалось, что вот очень хорошо, если бы отец Антоний Лакерев написал предисловие, готовящееся вот этой вот книге. Но я написал отцу Владимиру, не будет ли он против, если я обращусь к отцу Антонию с этим. Отец Владимир отвечает, но он же меня почти не знает. Но вообще я его очень уважаю и люблю. После этого, значит, как бы все хорошо. Пишу я
отцу Антонию, потому что знаю, что он и занят, и преподает в школе, и ездит в Троицк, в общем, семья, все. Прошу его, и тут же получаю ответ. Книга отца Владимира Лапшина «Почту за честь». И так мне было радостно, вот что эти два человека, редко встречающиеся, в общем, ну, пожалуй, на страницах христианосов встречаются чаще, чем, может быть, в реальной жизни. Но вот это такое отношение их друг к другу так меня согрело. Вот. Ну, что, я вынуждена начать, ну, если не от Адама и Евы, ну, в общем, из каких-то истоков, чтобы было понятно вот собравшимся нашим людям, дорогим, наверное, читателям нашим, что такое для нас, вот отец Владимир Лапшин, для нас, я имею в виду в данном случае нас с Василием, но, в общем, вот для этого, вот кто, может быть, не знает, вот, альманаха, задуманного с отцом Александром Менем, и когда его убили, то поддержкой стал нам ничего не умеющим, и одеваться было некуда, потому что отец Александр сказал, что это делать надо. И вот поддержкой стал нам отец Виктор Мамонтов, наш священник, скончавшийся вот в ноябре 16-го года. Ему здесь, в этом последнем альманахе, посвящена большая рубрика. И отец Виктор очень активно включился и очень радовался, что вот журнал вдруг родился религиозный. И Христианос вернул отца Виктора к литературной работе. Он вообще филолог по образованию, кандидат наук. Он стал писать. Потом отец Георгий Чистяков тоже подставил свое плечо. Сказал, что для него это продолжение служения отца Александра Мени, и все это очень важно. И был членом нашего редакционного совета. И отец Владимир Лапшин, когда вот уже образовалась община храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке, это случилось в 96-м году, кто не знает, вот, и мы тоже влились туда, тоже считаем себя членами этой общины, вот. И вот отец Владимир тоже стал не просто нашим автором, а я бы сказала, что, ну, в общем, кто читает альманах, тот знает, что в основном каждый выпуск посвящен определенной теме. И отец Владимир вот очень серьезно работал с этими темами, я бы так сказала. Там, например, альманах был посвящен в целом Церкви Христовой. И вот очень важная для нас была работа отца Владимира, статья о христианстве и Церкви Христовой. Там, один номер был посвящен христианству и творчеству, где тоже, эта тема тоже была дорогая отцу Владимиру, и он тоже писал статью целенаправленно. Один номер был посвящен теме смерти, отношения христианства к этой таинственной такой теме. Многие меня отговаривали, а зачем вообще вы берете, это так не нужно, зачем это нам? И вот тоже отец Владимир, мы тогда сделали с ним беседу о христианском эсхатологизме. Она, мне кажется, до сих пор, даже сейчас еще более как-то вот важной. Ну, был альманах, посвященный теме единства. Тоже отец Владимир участвовал своей статьей. И, ну, в общем, все, не буду перечислять, эти статьи вошли в эту книгу. Но параллельно с этим как бы шла жизнь. Жизнь церковная, созидалась община, восстанавливался храм. И, в общем, это 20 лет. И то, как произносились проповеди, и как созидалась община, между этим не было никакого зазора.
Понимаете, слова и дела. Это часто ведь слова мы можем говорить, а действовать так же, как бы не очень получается. Мне очень дорого, что вот слова настоятеля этой общины, они всегда соответствовали тем действиям. Поэтому я прошу прощения, но я очень хорошо помню, что когда у меня возникла идея, что надо обязательно записывать эти проповеди, отец Владимир так на меня посмотрел, наверное, он же не помнит. Ну ладно, если тебе надо, записывай. Ну, я, понятное дело, живу в Риге, и каждую проповедь записать я не способна. Вот, я стала обращаться к разным членам общины, и многие смеялись надо мной. Это было как-то вот, ну, у кого-то вызывало разную реакцию. А кто-то говорил, да, это очень важно, такие проповеди, это же очень нам самим важно потом. Одним словом, это стало записываться. И вот в этой книге текст проповеди, вот самый первый, это 13 сентября 1997 года. А сегодня мы имеем сентябрь 2017. То есть, ой, отец Илья, здравствуйте. Да. И вот для нас очень важно, то есть это не просто набор текстов, понимаете, а вот эта жизнь этой общины, которая очень трудно жила и вообще просто в полной разрухе, без всяких средств, конечно. И все созидалось по крупицам. Не знаю, провели воду, сделали туалет, событие колоссальное. Сделали очень красивые там двери. В общем, всему мы так радовались, все воспринимали как чудо, потому что действительно это и было чудо. И при этом отец Владимир не только стены там ремонтировал, а созидал вот эту вот семью, из отдельных людей общину, что, наверное, каждый священник понимает, как это трудно, и мы, миряне, тоже это очень хорошо понимаем, потому что вот очень часто это отдельные люди, которые пришли в церковь и ушли, и после службы, литургии у них ничего не изменилось, они вот сами по себе. А здесь вот это вот, и отец Антоний вот сказал об этом, да, что это опыт прочтения Евангелия, если уж действительно вот так в целом, этой общиной, созданной и созидаемой отцом Владимиром. Сегодня храм такой уже прекрасный, и верхний, и нижний, но община все равно созидается каждый день. И мы с вами разные каждый день и каждый год. Да, еще сейчас вспомнила, что вот в предисловии отец Антоний Лакирев говорит, что для тех, кто не знаком с отцом Владимиром Лапшиным, лучший способ познакомиться с ним, узнать его, прочитать вот эту книгу. Она, между прочим, 432 страницы, довольно-таки объемная. Но должна сказать, что в моем опыте редактора, которым более 20 книг подготовлено мною к изданию, и вот труднее этой книги ничего не было. Я как бы заново экзамены в литературном институте на диплом сдавала. Но сама я виновата, потому что структуру этой книги, как бы вот я так ее увидела. Мне так хотелось вот именно этот 20-летний опыт вот воплотить в книге. И на самом деле мы очень счастливы вот с Василием, потому что это удалось, это редко, ведь замысел, от замысла до воплощения в любом деле очень долгий путь проходит, и не всегда это воплощение получается. Мы очень рады, что это получилось, но мы, в общем, работали в основном вдвоем всю ответственность, хотя я очень благодарна, и здесь есть многие люди из тех, кто помогал нам с расшифровкой аудиозаписей, и мы очень благодарны тем, кто пожертвовал средства на вот это издание, но сразу скажу, тут в первой статье есть таких 5 досадных оплошности, ну, как бы книги без такого не бывает. Ну, в общем, здесь 5
греческих слов, данных в скобках, из-за верстки, в процессе верстки напечатались латиницей. Простите великодушно, и просто, конечно, можно нас уволить с Василием, в общем, если бы у нас был большой штат, то наверняка кого-то надо было уволить. А у нас, если двоих уволить, ну, можно. Или нашу верстальщицу, которая в Риге. Ну, в общем, мы миллион раз перепроверяли, и кто понимает, вот очень сложно, все вот эти даты проповеди, а эти даты очень важны. Это не просто тема, да, вот в пасхальной проповеди там, а мытари, фарисеи, там, блудном сыне. Это важны и годы, потому что вот проповеди, видите, тут построено так, статьи, проповеди, но в проповедях в этом разделе есть несколько направлений. Скажем, пасхальный цикл, такое интенсивное в церковном смысле, в литургическом время года, и для священника, и для мирян нас. И здесь проповеди разных лет, хотя в большей степени 16-го года, но разных, тут 10 разных лет еще участвуют. И для меня, например, очень важно, вот Лазарева суббота. Все понимаем мы, что это событие важное. И вот Лазареву субботу 16-го года отец Владимир посвящает эту проповедь прихожанину, который скончался, и гроб его стоит в церкви. И вот, понимаете, я хочу сказать, что вот это настоящая семья. Вот для меня это важнее всего. Отец Владимир говорит, что для него лично это большая потеря. Вот смерть этого Вити. И вот, понимаете, священник, для которого смерть обычного, ну, в кавычках, прихожанина, личная потеря, это так редко и так ценно, что вот мне кажется, что этот опыт, он важен действительно не только прихожанам общины Успения, но всем христианам, которым ценен вот этот евангельский опыт жизни. Потому что это вот колоссальный урок такой, по-моему. Также здесь есть проповеди на евангельские чтения, двунадесятые праздники некоторые. Отец Владимир очень любит зимние двунадесятые праздники. Мы постарались вот тут эти проповеди опубликовать. И проповеди в памятные дни, которые посвящены и памяти протоиерея Александра Меня, памяти папы Иоанна Павла II, памяти брата Роже, памяти отца Георгия Чистякова, собору новомучеников, и две беседы. И вот если первый материал – это 1997 год, то последняя беседа – это 2017 год. И я вынуждена просто, вот просто не могу не зачитать. Вчера мы получили два отзыва, сюрприз, читаю, это цитата. «Огромная благодарность за книгу отца Владимира Лапшина. Как хорошо опубликованы проповеди, сохранена сама интонация отца Владимира. И сколько света, надежды, и так все свежо и вневременно». Несмотря на то, что многое звучало очень давно, а сегодня это звучит опять по-новому. Эту, с большой буквы, красную книгу надо бы читать всем. Просто как хлеб насущный она нужна. А для тех, кому трудно, кто одинок или болен, им особенно. Им просто необходима эта книга, как лекарство. Еще раз большое спасибо. Еще один вчера полученный отклик. Я воспринимаю книгу «Давайте задумаемся». Этот том
как некое новое явление в проповеди Царства Божия. Книга действительно предлагает задуматься о самом главном, и вся она построена так, как будто автор призывает нас подумать вместе с ним, каждого читателя. Удивительно, что все, и статьи, и проповеди, и беседы собраны в одной книге, и словно несколько книг объединены, и все это единое произведение в едином томе. И обращена книга к любому человеку, но только если он готов откликнуться на скрытый в книге призыв «Приготовьте путь Господу». А эта беседа в конце книги, этот поразительный рассказ о себе, но не только, это такая открытость, которая тоже призывает глубоко задуматься о себе самом, о своей жизни, о других людях, о Боге. Мне трудно выразить все, что я чувствую, но книга, давайте задумаемся, очень важна. И последний сегодня, и на этом я закончу. Сегодня. О пользе непослушания называется. Отец Владимир строго сказал не читать его книжку с конца. Конечно же, первое, что я сделала за чашкой кофе после церкви, открыла ее с конца и начала с беседы. И это совершенно замечательно. Это какая-то такая невозможная подлинность и цельность, от которой даже по улицам ходишь веселее и быстрее. Спасибо Наталье Большаковой-Минченко и, конечно, отцу Владимиру. Вот. Дорогой отче, Олег Батов, мы вас очень просим, священник храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском в Рашке. Я начну немного издали. Первую проповедь в церкви я услышал, когда мне было лет, наверное, 12. Меня крестили во младенчестве, но никакого христианского религиозного воспитания я не получил. Несколько раз присутствовал на освящении куличей на Пасху, ну и на кладбище мы ездили, и вот в одну из поездок на кладбище зашли в церковь купить свечки, и оказались мы случайно в момент проповеди. И это было неожиданно для меня. Вообще проповедь, тогда как потом я уже узнал, не часто звучала в храме, это были еще конец, наверное, 70-х годов. Начало 80-х, может быть. Я точно не помню, в каком году это было, но вот где-то так, на рубеже 70-х, 80-х. И священник говорил что-то такое про современную жизнь окружающую. Говорил что-то про джинсы, про жвачку, про Америку. И меня это, надо сказать, возмутило. Очень сильно. Мне казалось, что церковь – это либо что-то такое, что должно только вот, что-то очень древнее, и оно должно быть, да, целиком погружено, или что-то такое должно быть неотмирное. Ну, чтобы вот про джинсы и жвачку не должно быть в церкви, казалось мне, думал я. И, в общем, как-то я возмутился этой проповеди. Я даже не помню, ругал он, скорее всего, ругал, или наоборот, вот это все американское там, да, как, наверное, в русле общесоветской. Это было такой пропаганды, но это даже не важно. Важна вот моя такая вот первая реакция на первую проповедь, которую я услышал. Но потом, сейчас, вот когда уже я и сам произношу проповеди,
приходится мне иногда слышать в адрес и свой, и отца Владимира. Вот примерно то же, что вызвало мою реакцию тогдашнюю, такую же реакцию. Да что же вы все про политику-то, про что же вы все про, там, про Пусси Равит, про Чаплина, там, не знаю, про Ходорковского, еще там про Украину, что ж, как бы не об этом должно быть в церкви. Вот такая же реакция, которая была у меня, встречается нередко, даже среди наших прихожан, я думаю, отец Владимир тоже об этом знает. Но на самом деле, это, я думаю, реакция достаточно, как и у меня тогда была, инфантильная, и, в общем, тогда я никакого представления о церкви не имел вообще, настоящего. Какие-то такие фантазии были, ну, как у любого человека, ребенка, тем более вот выросшего в советском обществе, в советской школе, получившего воспитание. И отклик на события сегодняшнего дня, отклик христианский, он совершенно необходим. Это то, ну, без чего не может быть современного христианства. Оно не может быть таким вот сферическим христианством в вакууме. Христианство, оно здесь и сейчас, оно сегодня, оно живой человек откликается, как и священник, как любой живой человек откликается на события сегодняшнего дня. И то, что собрано в этой книге, вот парадоксальным образом совершенно, с одной стороны, я когда вот просматривал, читал эту книгу, я видел, что замечал какие-то вот отклики на актуальные события общественной жизни там. Я их видел, потому что я слышал эти проповеди, и каждый раз, когда я слышу проповеди отца Владимира, мне кажутся они очень актуальными, очень сегодняшними, очень обращенными вот к людям, здесь стоящим, непосредственно к каждому из них. А когда я вот сейчас заново их вижу напечатанными в книге, это отходит на второй план. Вот эта сиюминутность, актуальность отклика, он перестает быть актуальным во многом. И остается главное, остается единое на потребу, выходит на первый план. Оказывается, что все-таки главное не это, главное не сиюминутный отклик, а вот то самое единое на потребу. Я не думаю, что здесь большая редакторская работа в этом плане была. Это просто такой вот эффект очень значимый, очень важный. Когда эти проповеди произносились в храме, они были невероятно свежими и актуальными. А когда они собраны, напечатаны в книге, когда они отстоялись, отлежались, видно, что это вечное, что это не только сегодня будет важно, но будет важно и завтра, и послезавтра. Вот это мое впечатление от этой книги. Главное, главное открытие, которое у меня совершилось, когда я вот сейчас взял в руки эту книгу. Спасибо большое. Спасибо. Редактору отцу Владимиру. Мария. Да? Сейчас мы услышим наших музыкантов, которых простите, я увлеклась, и, в общем, да. Это будет вторая часть из сонаты Сен-Санса для гобоя и фортепиано. Thank you.
Спасибо. Мы еще их услышим. А теперь, батюшка, автор наш дорогой, позвольте вас пригласить. Вас как, еще не слепит? Глаза не режет? Может, мне покрывало накинуть, как Моисею, после всего того, что было сказано? Да. Родные мои, ну, большое вам спасибо за то, что вы пришли, нашли время, пришли на эту презентацию. Вот, мне хотелось, честно говоря, чтобы это был просто какой-то вечер, чтобы посидеть, поговорить. Это, у нас не так много времени бывает для общения какого-то свободного такого. Но вот все оказалось немножко совсем по-другому. На самом деле я очень боялся этого вечера. И вообще я был прав, что я боялся. Потому что получается как-то, знаете, это вроде как вечер памяти еще при жизни. Это огромная ответственность такая. На самом деле я эту книжку очень ждал, но представлял ее совсем по-другому. Когда я ее увидел уже вот в готовом виде, ну или так вот в первый раз, когда мне сказали, как она будет выглядеть и какого она объема, я испугался. Потому что мне представлялась эта книжка, страница на 150, ну максимум на 200, в мягком переплете, как то, что было раньше. И я думал, что там будут только статьи, написанные когда-то для Христианоса. То, что туда вошли еще беседы и проповеди, на самом деле эту книжку спасло. Потому что если бы там были только статьи, эта книжка была бы никакая. Что я имею в виду? Статьи писались в разное время, и хотя они на разные темы, но я-то везде один и то один, и я просто вот перед этой презентацией я перечитал все эти статьи и был в ужасе. Статьи разные, названия разные, а говорю одно и то же все. То есть, и когда это в разные годы, в разных альманахах, это, ну, это не страшно, это нормально. Но когда это под одной обложкой и все подряд идет, и когда я еще сам себя цитирую, можете не читать. Статьи, последнюю прочтите, статью о едином напотребе, это самое главное. Вот, да, действительно, я говорил, что читать книжку с конца не надо. Почему? Потому что почему-то все начали ее читать с конца, и сразу пошли претензии, появились какие-то замечания. Кто-то не очень доволен тем, что я недостаточно полно отразил подвиг этих людей в те времена. Кто-то углядел какие-то неточности, что-то я напутал. Родные, ну что вы хотите? Ну я уже пожилой человек. У меня уже с головой там могут быть проблемы. Ну, что-то, может быть, забыл, что-то перепутал. Не берите близко к сердцу. Вот, не принимайте близко к сердцу. Самое главное, что я ничего не придумывал там. Я старался быть честным с вами. Вообще книжки надо читать сначала, там вот, с предисловия. И где автор там, не автор, а друг автора или близкий ему человек, хорошо к нему относящийся, пишет о том, какая хорошая книжка, о том, какой хороший человек автор. Это, ну, дальше уже можно как-то, уже все воспринимать по-другому. А когда человек начинает с конца, ну, тут сразу какие-то, вот я говорю, претензии. Ну, вот наоборот же, батюшка.
Ну, вот это для меня полная неожиданность, потому что пока то, что я до сих пор слышал, сплошные претензии и замечания были. Родные мои, большое спасибо вам за то, что вы пришли, это я уже сказал, кажется, я очень волнуюсь. Большое спасибо, я очень боялся и поделился этим с другом. И друг мне говорит, ну что ты волнуешь, что ты боишься? Это же презентация не тебя, а книжки, которую ты даже не писал. Ее кто-то собрал, составил, там, понимаешь, что тебе дергаться? Но на самом деле, так или иначе, я ко всему к этому имею какое-то отношение. Что-то я действительно писал, вымучивал из себя. Это было, вот Наташа сказала, как ей трудно было редактировать эту книгу, а как мне трудно было в свое время писать все эти статьи, когда сроки поджимают, когда, да, писать на заказ, это, знаете, ну это вот, ну самое такое вот это вот. И спасибо, спасибо большое и составителям, редакторам, издателям, спасибо тем, кто записывал эти проповеди, тем, кто расшифровывал все это, мучился, я представляю, если бы вы знали, каково было их редактировать, я думаю, Господи, а каково же это было вот людям на слух все это вот записывать, там это с магнитофона, с пленки с какой-то, или там, это неважно. Но сейчас техника цифровая, сейчас можно там немножко назад, как-то туда-сюда, это все это очень... Проще, наверное, делается, я не знаю, я, честно говоря, даже не представляю, это каторжный труд, наверное, был. Вот, спасибо большое всем, ну, не знаю, что еще, я еще что-то должен говорить? Батюшка, нет, это, у нас не было другого способа вам выразить нашу любовь вообще, вот. А тот вечер вопросов и ответов, который вы хотели, он сейчас может происходить. Времени у нас еще есть, да, Жан-Франсуа? Мы свободны еще. Так что, действительно, отец Владимир, к вашим распоряжениям можно задать вопросы и комментарии. Слава какие-то. Богу, вопросов нет, я пошел. Ладно? Вы знаете, у меня не столько вопрос, сколько я хотел все-таки свое отношение к этой книге высказать. Во-первых, для меня знаменательное название книги. Давайте задумаемся. Дело в том, что все мы в той или иной степени испытываем дефицит духовности. Дух Святой веет где хочет, а мы с другой стороны выстраиваем вокруг своего сердца некую бронезащиту от скверно мира сего, да? Если не хватает духовности, на помощь приходит рассудок. И вот слово отца Владимира заставляет таки задуматься, заставляет подключиться рассудку. И вот когда начинаешь размышлять над его словом, да, над тем, что он сказал, чувствуешь, как в этой бронезащите все-таки приоткрывается какая-то форточка, и Дух Святой все-таки проникает туда. Поэтому очень важно это слово. Оно позволяет держаться на поверхности. Я очень благодарен Господу за то, что Он наделил отца Владимира этим даром слова. И хочу пожелать ему сил физических, душевных и духовных для того, чтобы продолжать это прекрасное служение словом. Спасибо большое. Родные мои, сегодня не пришел отец Александр, но он мне позвонил сегодня днем и сказал, что ему вообще очень понравилось название. Жан-Франсуа тоже вначале говорил о названии, но я к этому не имею никакого отношения. Его придумал не я. Но если вы 20 лет об этом говорите, и почти каждая проповедь заканчивается словами «давайте задумаемся» или «давайте задумаемся об этом», то что же нам оставалось делать?
Нет, но на самом деле действительно название предложили Наташа с Васей. Сказали, что вот так хорошо будет и как-то в контексте. А тем более, что это батюшкино факсимильное, да, и его рукой написанное. Попросили меня, можно сказать, заставили написать. Это, как бы каждому из нас он написал это, каждому адресовал это. Придется задуматься. Давайте музыку послушаем. Ну, можем. А вот вопрос. Я хочу сказать, что вот как раз от Александра Борисова отталкиваясь, что как раз я ему сегодня послала письмо о том, что получила письмо от своего Пыжика из Харпа, я переписываюсь с заключенными, и он мне написал, что нашел в местной библиотеке книжку «Проповеди отца Александра Борисова», беседы, которые он вел на радио «Надежда» 94-95 год. И с каким удовольствием он читает эти проповеди и просвещает этими проповедями своего сокамерника Алексея, который пока еще колеблется, и вот как они ему помогают. Я послала этот отзыв отцу Александру, он даже мне ответил, говорит, как я удивлен, что где-то сохранилось вот 94-95 год беседы «Радио Надежды», и кому-то это помогает. Поэтому, понимаете, вот действительно мы не знаем, как слово наше отзовется и где оно отзовется. Вот где-то в холодном этом крае, в Ямало-Ненецком округе, вот в колонии, понимаете, и вот ваши эти беседы, я помню ведь на радио «София», как они всегда начинались, «Родные мои», и всегда звучал ваш голос «Давайте задумаемся». Всегда. Вы уже, наверное, не помните, а мы вот помним. И это очень много значит. Спасибо. Так что вы сами во всем виноваты. Вот. Спасибо. А может быть, наши отцы хотят что-то? Отец Виктор. Матюшка, не уходите к вам же. Это же... Нет, я думал, отец Виктор, может, сюда? Ну, тут еще есть место. Я, конечно, очень рад, то, что мне удалось сегодня приехать. Мы редко видимся с отцом Владимиром. Вот иногда разговариваем по телефону. Вот, но видимся редко. Поэтому я сегодня подумал то, что нужно обязательно повидать отца Владимира. Вот, ну и многих тех, кого давно не видел. Книгу я не читал. Поэтому о книге ничего пока сказать не могу. Вернее, могу сказать, потому что знаю ее автора и знаю уже достаточно давно. Расскажу вам одну историю сейчас. По сути дела, знакомство с отцом Владимиром. Это уже было около 30 лет назад. Еще был жив отец Александр Мень, который собирал священников вокруг себя. Мы были помоложе и были свидетелями вот таких вот встреч, которые проходили там в симхозе, в кабинете, еще на втором этаже. Отец Владимир, конечно, помнит. Вот. И в 90-м году весной я решил, что мне нужно поступить в открывшуюся иконописную школу при Московской духовной академии и семинарии. Попросил отца Александра дать мне рекомендацию. Он сказал, я подумаю об этом. Мы с ним поговорили недолго. Он сказал, приезжай в новую деревню, решим вопрос там. И когда я приехал в новую деревню, как раз там проходил очередной такой совет отцов при отце Александре. Вот. И отец Александр уже после встречи попросил отца Владимира дать мне рекомендацию в иконописную школу со словами. Я боюсь, что моя рекомендация ему не очень поможет. Вот, поэтому дай ему рекомендацию. Отец Владимир, совершенно не задумываясь, вот быстро, практически ни о чем меня не спрашивал, написал мне эту рекомендацию. И так я, в общем, вышел в жизнь московских духовных школ. Благодаря вам, отец Владимир. Вот. Но я, конечно, хотел не только напомнить и о себе, об истории, связанной с отцом Владимиром, а поздравить вас всех. Книга – это событие для священника, мне кажется, то, что событие особенное. Вот, и я очень надеюсь, то, что
Я вообще последнее время стал больше читать прихожанам. Меньше стал говорить, а больше читать. Поэтому очень уверен в том, что почитаю из этой книги тоже. Спасибо, отец Владимир дорогой. Спасибо, отец. Всех вас поздравляю. Отец Виктор, как раз в этой книге, в самом конце последней беседы, отец Владимир вспоминает, как отец Александр Мень собирал священников и у отца Николая Гайнова, и в симхозе. В общем, вот как раз, да, то, о чем говорит отец Виктор. Особое время, кто знает, может быть, придется собираться. Это было не очень долго, но это было очень важно. В то время это было очень нужно. Это был конец 87-го года, 88-й, то есть еще советская власть, еще... Патриарх Пимен, да? Патриарх, ну, Пимен уже был 89-го очень скончался. Болен, он очень болен был, так что уж кто там управлял церковью, трудно сказать в то время. Но дело даже не в этом, а дело в том, что было совершенно непонятно, куда все повернет, как что будет. И вот после тысячелетия крещения Руси вроде что-то стало как-то вот разворачиваться, вот, а вскоре отца убили, и наши встречи на этом закончились. Может быть. Вообще, на самом деле, родные мои, жанр воспоминаний – это такая опасная вещь. Я говорю, я вот маленькая беседа там в конце книжки, мне уже столько наговорили. Вот. А тут еще Петя Чистяков пристал, хочет издавать книгу об отце Георгия, книгу воспоминаний. Вы должны мне наговорить. Слово такое, да, неоднозначное, да? Я говорю, Петя, ты представляешь, что я тебе могу наговорить? Вот, и что потом со мной будет? Но вы отцу Георгию Чистякову, это же тоже вы давали рекомендацию, да, перед рукоположением. Да, вот тоже я давал. Знаменит и этим. Может вопрос? Быть, отец Илья? Вопрос по мотивам одноименной статьи о Царстве Божьем. Есть много священников, которые говорят, что Царство Божие – это то, к чему нужно готовиться всю жизнь, и не очень много, которые говорят, что Царство Божие – это то, что нужно нести в мир, в массы. Вот. Не чувствуете ли вы, что священников второго типа, которые добавляют еще то, что нужно нести в массы, слишком мало? Вот. Ну, Тимофей, понимаешь, это не я придумал. Это Иисус Христос сказал, что Царство Божие, вот оно пришло, и вот оно среди вас, вот оно внутри вас. И поэтому для меня это всегда было совершенно очевидно, что Царство Божие, с одной стороны, да, это то, что должно еще только... раскрыться во всей полноте, во всей силе и славе. Но с другой стороны, оно уже пришло, оно уже здесь. И очень важно сделать его видимым, очень важно сделать его актуальным, настолько, насколько это возможно. В одной из статей или проповедей, я уж не помню, ну где-то я там... у себя прочитал, вот я вспоминаю, говорю, что мне кажется, что это Владимир Сергеевич Соловьев говорил, что задача христиан, задача церкви не заключается в том, чтобы этот мир превратить в Царство Божие, но задача христиан в том, чтобы не дать ему превратиться в ад, чтобы он не стал сущим адом, этот мир. Мне кажется, что Владимир Сергеевич здесь все-таки немножко, ну, как сказать, пошел по пути минимализма такого. Конечно, не дать превратиться в ад – это очень важно,
Но с другой стороны, все-таки и пытаться хоть что-то, хоть какие-то семена, чтобы этого Царства Божьего, чтобы здесь вот, чтобы прорастало, это очень важно. Ну а то, что таких священников мало, ну это не моя вина. Отче, потерпите, пожалуйста. Десять лет я слушаю ваши проповеди. Так? Ну, так. Угу. 10 лет я слушаю ваши проповеди. И всякий раз я эту проповедь жду. С самого начала меня поразила удивительная искренность, полное отсутствие вторичности. Очень во многих текстах, к которым вы обращаетесь, вы находите свой ключ. Я по-простому скажу, меня сейчас довольно сложно удивить. И тем не менее, эта радость отдельная тоже приходит. Редко-редко, когда священнику, я уже о другом говорю, о вашей смелости, хочется воскликнуть «да единомыслием исповемы». И, наконец, самое, наверное, значимое, что придает всему остальному вес. Когда речь в проповеди идет о покаянии, она бывает обращена на самого себя. Спасибо. Спасибо, Георгий, вам за ваши слова, но надо сказать, что мы с Георгием, наши вкусы не совпадают. Когда, знаете, иногда бывает, вот скажешь проповедь, и сам доволен, и чувствую, ну получилось, ну там бесенок какой-то уже подсказал, ай да Пушкин, ай да сукин сын, там, и так вот доволен. А Георгий раз и промолчал как-то в конце службы, и ничего, и думаешь, вот ты... Да, нет, да я. А иногда он подходит к кресту, говорит, когда к кресту уже в конце, батюшка, ну сегодня проповедь такая была. А я думаю, а что там такого? Вроде тырь-пырь, 8 дырь, и как-то. А он за что-то благодарит. Так что, ну вот, ну, спасибо, спасибо. Дорогой отец Владимир, я, конечно же, хочу вас поздравить с выходом в свет вашей книги, которую я тоже не читал. И более того, я не просто ее не читал, я ничего об этом не знал до тех пор, пока в Фейсбуке Наталья не написала мне о том, что вот вышла эта книга. Поэтому я, конечно, не имею права говорить об этой книге ни одного слова. Но зато я знаю автора и доверяю ему. И могу сказать кое-что, тоже так, в порядке воспоминаний, раз уж мы тут все собрались. Я помню время, когда в Москве еще действовала радиостанция под названием «София». И в этой радиостанции принимали участие несколько священников. Отец Георгий Чистяков, отец Владимир, отец Александр Борисов и еще несколько священнослужителей. И тоже мне пришлось там иметь одну программу, но я не был священнослужителем, зато уже был сотрудником Московской Патриархии и имел прямое отношение, поскольку я был старостой храма. Программа была, кстати говоря, очень невинная, называлась она «В мире книг», и, в общем-то, мне особенно там, так сказать, я ничего такого не говорил, мне не за что было распинать. Но вдруг вышло распоряжение его святейшества, покойного патриарха Алексия, о том, что все священнослужители должны оставить преподавание на этой радиостанции. Ну, распоряжение, конечно, было непечатным, конечно, мы не получали никакой бумаги, никто не получал, я думаю, но оно было. И я на свой счет это не принял, но отец Валентин, наш тогдашний настоятель Чаплин, он еще жив-здоров, слава Богу, ему 91 год, он мне сказал, ну, тебя тоже касается, поскольку ты тоже имеешь отношение к этой организации, ты не можешь просто там быть, раз такое есть распоряжение. И вот в Московском университете, где находилась эта радиостанция, я присутствовал на таком
чаепитие, что ли. Ну, что-то типа этого. Где присутствовал как раз еще и отец Иоанн Свиридов, и отец Владимир, и отец Александр, и отец Георгий. И поскольку я как бы тоже оказался, имеет некую часть, тоже был, и мы обсуждали, а что дальше делать, как быть. И вот тут мнения разделились. Я помню позицию отца Владимира, смелую, мужественную позицию, которую он высказал. И когда он свою позицию обозначил, даже испугался. А позиция была очень проста. Он сказал так, что мы должны свидетельствовать. И не нужно противопоставлять приход или это свидетельство, проповедь или служение какого-то, совершение какого-то богослужения в храме. Мы должны свидетельствовать везде и всюду. Поэтому я остаюсь. Поскольку не было, так сказать, нам никакого прямого указания, это не было такого вот циркулярного благословения, мы можем, так сказать, все-таки поступать в соответствии со своими взглядами. И отец Владимир остался, в отличие от, например, меня. И этот пример, который дал отец Владимир, он, в общем, для меня очень многое в жизни значил. Это был не показная какая-то, знаете, демонстрация силы или возможности, что вот я могу, а кто-то не может. А это просто был пример свидетельства. И эту книгу я тоже воспринимаю как... Вот сейчас немножко этот полистав здесь с конца. Я тоже воспринимаю как свидетельство отца Владимира. Потому что всякая книга – это не только свидетельство человека о прожитой им жизни. А это именно так. Но это, если это книга священника, это свидетельство его... служении Христу, о том пути, который он прошел. И отцу Владимиру, как такому свидетелю, я абсолютно уверен, есть что сказать. Я очень рад, что эта книга вышла. Я очень благодарен издательству, авторам, автору и соавторам, которые провели редакторскую работу, как судя по словам отца Владимира, за то, что эта книга вышла. Я думаю, это для нас большая радость. И тут же, сейчас вот я подумал про книгу отца Александра Борисова, которая вышла в свое время «Побелевшие нивы». Я помню, как много пришлось претерпеть автору за его исповедничество в этой книге. По-другому я не знаю, как назвать ее. И помню конференции, которые проводились по этому поводу. Вот, помню, как... трясли в лосы своими уважаемыми протоиереи около микрофона. Книга – это еще и ответственность всегда. И я думаю, что мы с вами можем с автором разделить эту ответственность, потому что мы знаем его позицию и знаем, что он искренен и честен всегда. Поэтому спасибо вам еще раз. Спасибо, отец Илья. На самом деле, отец Илья вот сказал замечательные слова, спасибо ему большое, но я таким героем предстал сразу. Меня иногда спрашивали, и спрашивают порой, батюшка, а вот у вас там то, вот как-то, вот то, это. А вы не боитесь? Угу. Родной, я так боюсь, я трус такой вообще. Я с детства был трусом, я в школе боялся всех. Я боялся начальства на работе. Я и сейчас всех боюсь, там, понимаете? Но я все время себе напоминаю, вспоминаю слова апостола, что Бога надо бояться больше, то есть слушать больше, чем людей. Вот как-то... Но всегда страшно, всегда все страшно. Да. Музыка наша готова. Да. Вот... Можно я пойду? А вдруг еще что-то будет? Нам сейчас исполнят Альбениса, замечательного такого, часть из испанской сюиты Альбениса. Мне тут одно сидеть, не очень, одеваться не буду. Thank you.
Родные мои, я благодарен очень отцам, которые сказали столько замечательных слов в мой адрес. Я особенно хотел бы еще поблагодарить вот отца Петра Скорора и матушку Ирину, что они выбрали время, нашли время, приехали сегодня. Для меня это большая радость. Я всегда говорю, что отец Петр и матушка Ирина были у нас на службе. Я всегда говорю, что, понимаете, вот так приятно. Я говорю, вот тут недавно к нам заходили люди, приехали из Америки. Вот тут недавно у нас на службе были люди из Швейцарии. Здесь вот как-то на службе были, приехали из Германии. Отец Петр вот приехал приехали из Англии и тоже пришли к нам в наш храм на службу. Я говорю, это так радостно, это так хорошо, вот когда мы можем принять людей со всего мира. И это для нас это радостно, но большое спасибо тем, кто к нам приезжает, за их доверие к нам, скажем так, вот, за то, что они знают, что к нам можно прийти, что они нам доверяют. Вот это очень радостно. Спасибо большое. Миша хотел сказать, а где микрофон? Пару слов хотел. Миша. Вот наш музыкант Михаил Штанько хочет сказать. Буквально два слова, кроме музыкального поздравления отцу Владимиру и хочу отметить такой замечательный факт, что далеко не в каждом православном храме можно играть и давать концерты. Но вот в храме Успения Пресвятой Богородицы концерты иногда бывали, и я сам играл. Наверное, тоже это не без участия нашего дорогого отца Владимира. Поэтому огромное-огромное ему спасибо. Хочу сказать, что на протяжении последних 10 лет я, не очень часто, но, в общем, регулярно бывал в храме и на литургии. И хочу сказать, что некоторые отдельные слова, сказанные батюшкой, очень глубоко запали в сердце. И вот буквально 2-3 слова, но очень серьезно меняли жизнь. Были такие слова, которыми я живу. Спасибо, отец Владимир. Спасибо нашим музыкантам Марии Орловой и Михаилу Штанько. Ну, прекрасно.